увидеть юго-осетинскую трагедию своими глазами, без привязки к международным политическим играм. Цхинвали посетила делегация представителей ряда европейских стран и США в сопровождении российских парламентариев. По признанию участников поездки, они были шокированы увиденным. Объективная реальность оказалась далека от того, что рисовали западные СМИ. Мы только зашли в Цхинвали, начал посчитать, дома разрушены. Потом я понял, что я не правильно считаю, я должен посчитать целые дома. Было бы легче. Более чем 1000 домов. Иностранных гостей провели Цхинвальской дорогой смерти, от менее разрушенной части города к районам, полностью уничтоженным огнем грузинской артиллерии и танков. Здесь у каждого камня своя история и своя трагедия. В этом доме заживо сгорела от прямого попадания града целая семья. В этой цхинвальской школе погибли российские миротворцы, выбивая из здания грузинских снайперов. Мы хотим, чтобы люди просто увидели своими глазами то, что есть на самом деле. Ничего не приукрашивая, ничего не меняя. Вот мы проезжали, там иностранцы спрашивают, а что это такое? Это поминки. Там вот мы проезжали, люди сидели за столом, это были поминки. Поминки по погибшим. Вот, пускай все это смотрят своими глазами. И не только смотрят, слышат и чувствуют боль осетинского народа. В этом тесном подвале, без света, пищи, воды, несколько суток спасались от обстрелов около сотни людей. А вы в подвале спрятаны? У вас никто не пострадал? Один человек пострадал, один женщина. А где ваш дом сейчас? У нас дом нет, вот здесь я жила. Все, что увидели, иностранцы обещают рассказать у себя на родине. Их голос станет главным доказательством геноцида и агрессии против юго-осетинского народа. Я буду говорить об этом в парламенте, разговаривать с депутатами, также говорить об этом в Европарламенте и призывать их к тому, чтобы они также посетили Южную Осетию.